Очередной фестиваль «Комик-кон» прошел в Астане. На 3 дня столица стала центром притяжения любителей косплея, комиксов, сериалов и аниме. Конкурс костюмов, двойников персонажей компьютерных игр и популярных фильмов собрал не только отечественных, но и зарубежных фанатов. Главными гостями мероприятия стали голливудские звезды. Далее Насипова расскажет подробнее. Огромный Бамблби из «Трансформеров», хищник из фантастического сериала и милые персонажи аниме. Где еще могли бы пересечься эти герои, как не на Комик-коне? Фестиваль для тех, кто любит не просто наряжаться, а входить в образ, лично изготавливать костюмы и чувствовать себя супергероями. Персонаж из игры Dota 2, популярная игра, это Dragon Knight. Это коллекторский костюм, который выдавался редко, то есть его сейчас нигде не найти, не получить. Вот. Я решил его сделать, потому что он красивый и светится. Сама все вручную. Ушло примерно 1,5 месяца, и, в принципе, результат вышел очень даже ничего. К подготовке участники отнеслись серьезно и основательно, ведь на кону общий призовой фонд 10 миллионов тенге. У гостей есть возможность не только увидеть воплотившихся в реальность любимых героев, но и пообщаться с настоящими голливудскими звездами. Хедлайнерами фестиваля стали актеры Майкл Рукер и Шон Ганн из «Страж Галактики». В эти дни у меня было не так много времени на то, чтобы посмотреть город, но то, что я успел увидеть, это очень интересные и необычные здания. Я видел Хан-Шатыр и Байтерек, и здесь, в этом футуристичном городе, можно снимать фильмы о будущем. Организаторы говорят, что в этом году Комик-кон посетило очень много иностранцев, как гостей, так и участников конкурса косплея. Охватить всех желающих показать свое мастерство в этом году не удалось. Из 370 заявок приняли только 160. В следующем году фестиваль обещают масштабировать. Мы надеемся, что наш призовой фонд, наш фестиваль вдохновит ребят делать еще круче в следующем году. И это очень сильно развивает молодежь. Поэтому ждем от них в следующем году очень классных косплеев. Будем стараться делать еще больше призовой фонд, увеличивать пространство нашего фестиваля. Помимо конкурса, в течение 3 дней шли мастер-классы, шоу-программы, киберспортивные турниры, премьеры, спецпоказы и лекции от популярных создателей контентов. Далее Насипова, Данияр Умар, Дастан Темирбекула, телеканал «Алматы», Астана.